Друзья, приветствую вас, и сегодня я хочу поговорить с вами на тему эмпатии. Какие же проверки и испытания чаще всего проходят люди, которые рождены с даром эмпатии, чувствовать ощущения, переживания, настроение и даже мысли других людей? Что происходит? В этом, безусловно, есть плюсы и минусы. Вы, в принципе, можете хорошо чувствовать других людей и с ними взаимодействовать. Но также здесь присутствует и ловушка, в которую чаще всего попадают вот эти вот древние души, которые приходят сюда, на Землю, имея уже опыт проживания в других воплощениях, в других измерениях, в других мирах, в других галактиках и системах. И с какой же проблемой они сталкиваются? С проблемой того, что когда-то, где они жили, там было вот так вот все по щелчку пальцев. То есть представьте, вы жили, и у вас искусственный интеллект, когда вы ему говорил, мог приготовить кашу, суши, кофе, сделать какие-то задачи чисто по посылу ваших мыслей. И вы привыкли жить так, и для вас это нормально. А тут вас закинули в пространство, где мы все с вами практически неандертальцы. Должны посадить картошку, чтобы из нее выросло много картошек, да, или там вырос хлеб, потом его перемолоть, потом испечь в печи, и благодаря этому только насытиться. То есть куча-куча действий нужно сделать, от которых эти древние души уже давным-давно отказались и даже забыли, как это было. А сейчас им приходится это все вспоминать. И вот одна из основных ловушек, в которые попадают такие души, это то, что они-то чувствуют других людей. Они чувствуют их ощущения, переживания, часто даже мысли могут считывать. Но они же думают, что и другие также чувствуют их. А другие это не чувствуют и не понимают, что с ними происходит. И эти древние души начинают замыкаться и чувствовать себя, будто они гадкие утята, которых никто не понимает, как будто их никто не воспринимает, как будто все их отторгает, люди, пространство, система, образ жизни. И они в какой-то момент понимают, что, блин, а что я здесь делаю в этом мире неандертальцев? Я очень хочу его покинуть и обратно вернуться в свою там Кассиопею и проживать там опыт по щелчку пальцев, да, на уровне мыслей. И нужно понимать, что если вы такая душа, которая по каким-то причинам сюда, на нашу планету Земля воплотили, то все не просто так. И когда-то вы очень серьезно накосячили. Пошли против системы, против строя, да, где-то нарушили какие-то законы, обязательства, превысили полномочия, и вас, можно сказать, остудили немножко холодным душем, вернув сюда на Землю для того, чтобы вы снова научились примитивным действиям. Посадить дерево, получить яблоки, выжать сок и, наконец-то, напиться, да? То есть сложные примитивные действия. Вас сюда отправили для того, чтобы вы вспомнили, как же вам классно жилось и как много нужно трудиться для того, чтобы вот получить то, что было до этого. То есть вас как будто откинули на несколько уровней назад, да, на уровне вашего восприятия, влияния, осознания и всего прочего. Те души, которые обладают эмпатией, какими-то нестандартными взглядами на вещи, они, в принципе, здесь являются первооткрывателями того, что там уже давно есть, а здесь еще не пришло. И ваша задача — научиться применять себя в нашем мире, почувствовать свою уникальность и через свои знания, через свое нестандартное видение, через свое восприятие дать этому миру то, чего там было в избытке, а здесь еще не хватает. То есть вы фактически вот эти вот ниточки того, что нужно протянуть к нам сюда, в наше пространство и реализовать. И, конечно же, нужно открыть свою уникальность, открыть свой потенциал, научиться не бояться, потому что у многих таких душ очень много из-за вот этих вот непониманий, непринятий социумом их, да, как таковых, со своими
достоинствами, недостатками очень много накопилось претензий к миру, к себе самим, к родителям. И, безусловно, это нужно проработать и после этого откопать вашу уникальность. Если вы почувствовали, что сейчас я рассказывала про вас, то ваша задача в первую очередь разобраться, что с вами произошло, почему все это произошло, какая миссия на вашей душе лежит, зачем вам все это и для чего вас сюда спустили, какую задачу реализовать и воплотить. Если вы хотите с этим разобраться, пишите слово «хочу», записывайтесь на консультацию, пишите в личные сообщения, либо ставьте плюсик под этим видео. Я свяжусь с вами и расскажу, как можно это сделать.